Время не лечит, оно учит. Учит чему? Кого? Всех по-разному. Я скажу так, ранее я выкладывала видео, еще раз на грабли, но я на них не наступила, слава богу. Я думала, вот это, наверное, мне дан был этот человек, чтобы осознать это, понять и не наступить еще раз на грабли. Нет, нет. Мне этот человек в жизни был дан для того, чтобы я поняла, что может быть с теми людьми, которые меня предали. Да, он очередной был маменькин сынок. А когда похоронил маму, он остался один. И с женой развелись, и дети где-то там. Ему уже 40 лет было. Да, он выглядел неплохо, но у него не было в жизни ничего. У него были деньги, у него были возможности, а целей никаких. Вот пустой. Какая-то ситуация такая. Не знаю, если это видео не влезет, но мне надо сказать. Я его разделю на два видео. Шот, если не влезет. И вы знаете, у него было все, но деньги стали бумажками, для которого, ну, он живет, или для которого он живет. Он ноль, без палочки. Нет, палочка там и есть, но ноль. Я не знаю, мы далеко, я не зашла, и слава богу. Я себе утром потом сама себе аплодировала. Слава богу, что я далеко не зашла и остановилась, потому что этот момент может повториться, а мне этого не надо. Я хотела этим видео сказать то, что никто не вечен, все уходят. Все уходят. А с чем люди, кто останется, с чем или с кем он останется? Деньги, да, с деньгами, но они счастья не принесут. Они не приносят счастья ни здесь, на этом свете, ни на том. В гроб вы положите деньги, если вы уйдете вдруг, нежданно, нечаянно. Такая вот смерть тоже бывает. Вы не положите их, а в жизни они вам счастья не принесли. Подумайте.